Девочка пересекала проезжую часть слева направо по ходу движения автобуса по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автобуса поясняет, что он видел девочку, что она стояла. И в пути следования он отвлекся на зеркало заднего вида, в результате чего и произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода. А девочка поясняет, что она, прежде чем переходить, она убедилась в безопасности, что автобус вроде как притормаживает, продолжила свое движение. Еще одна авария произошла 28 ноября днем в районе станции Евсино. Двигаясь по федеральной трассе в сторону Новосибирска, водитель кроссовера съехала в правый кювет. В результате женщина получила травмы и была госпитализирована. Водитель в своем объяснении пояснила, что в пути следования она не справилась с управлением транспортного средства, в результате чего произошел съезд в кювет по ходу своего движения. Причины будут установлены. В обоих случаях проводится административное расследование.